Меня зовут Челси Ханс. Я Дженни Ричардс. В прошлом апреле мы с Дженни услышали выступление одного из руководителей церкви. Он просил нас служить беженцам. Когда я услышала эти слова, то была вдохновлена. Мне хотелось действовать. Я нашла организацию под названием Woman of the World. И они предложили познакомиться с прекрасной афроамериканкой, которую звали Фрэнсин, и с ее двумя мальчиками, Аланом и Дженри. Мы смогли помочь им адаптироваться. Показали маршруты автобусов, научили делать покупки, занимались с ними английским. Мы смотрели с ними фильмы, ходили играть в боулинг. Мы хотели, чтобы им было весело. Мои дети воспринимают семью Камбелли как своих родных. Мои мальчики часто говорят, когда мы пойдем в гости к нашим кузенам. Фрэнсин была незнакомкой, странником. Однако она в скором времени стала частью моей семьи. Она научила меня быть смелой и не унывать. И она изменила мое сердце навсегда.